Здравствуйте, друзья! В эфире «Автоплюс» мировое ралли. Для вас работает Олег Карпов, и мы отправляемся в Португалию на 6-й этап чемпионата мира. Вот уже целый год после ралли Португалии прошлого года, когда мы вспоминаем об этой гонке, в первую очередь мы говорим вот об этой аварии Яри Мати Латвалы. Ошибка на 4-м спецучастке в первый день гонки, и ралли для Яри Мати Латвалы тогда закончилось. Очень много инцидентов здесь, в Португалии, мы видели в прошлом. Наверняка увидим еще немало в будущем, потому что пилоты чемпионата мира считают эту гонку одной из самых интересных и самых опасных. Очень много быстрых мест, говорит Кими Райкконен, много тесных мест и очень много трамплинов и поворотов после них, соответственно. Яри Мати Латвала говорит о том, что по краям трассы очень много и маленьких, и больших деревьев, так что надо соблюдать осторожность, когда ты едешь здесь. И Мика Хирвонен говорит о том, что это очень технически сложная трасса, и здесь очень много действительно поворотов после трамплинов. То же самое утверждает и Мэтью Уилсон. Он говорит, что здесь множество аварий было, и Себастьян Лёб резюмирует все это тем, что это действительно будет очень сложная гонка, и подтверждает его мысли потом Петер Сольберг, чемпион мира 2003 года. Ну что ж, сегодня подробнее поговорим еще чуть-чуть о Яри Мати Латвале. Год назад здесь, в Португалии, разбил машину свою Яри Мати. И с тех пор также было несколько ошибок, когда финн подводил свою команду. Но после этого, с началом сезона 2010 года, мы увидели совсем другого финна. Он выступает чуть более стабильно, меньше допускает ошибок. И на предыдущем этапе чемпионата мира в Новой Зеландии одержал победу первую в сезоне и третью в своей карьере. Немного другие вещи происходят с его напарником. Мика Хирвонен в этом году сдал немного позиций. В прошлом году Мика, напомним, всего одно очко уступил Себастьяну Лёбу в чемпионате мира. А сейчас же очень сложный старт сезона выдался также для финна, если не считать победу на дебютном этапе чемпионата в этом году в Швеции. После этого Мика не напоминал себя прошлогоднего, и сегодня мы также поговорим и о нем. Кроме того, вспомнил немного ралли Новой Зеландии. Для начала одна из самых потрясающих битв, которые мы видели в последнее время за победу на одном из этапов чемпионата мира. Себастьян Лёб, великолепный прорыв его после ошибки в первый день. Он отыграл практически 1.5 минуты и вновь вышел в лидеры, но потом допустил еще несколько ошибок и откатился в итоге на 3-е место. Сам Сэп объясняет это тем, что, может быть, рисковал он слишком сильно, и в итоге это привело еще к 2 ошибкам, но у него были все шансы на то, чтобы выиграть. Еще одной звездой этапа можно назвать Себастьяна Ажге. Он пилотировал великолепно, но тем не менее за 3 поворота до финиша этой гонки разбил также свою машину, добрался потом до финиша, но лишь на 2-м месте, и за этой ошибки, за считанное количество поворотов до финиша, в итоге упустил свою, возможно, первую победу в карьере. И Сэп резюмирует эту гонку, говорит тем, что естественно, они расстроены, но тем не менее они поняли во время этого уикенда, что могут сражаться за самые высокие позиции со своим штурманом, и это придает им уверенности перед гонками следующими, перед гонками сезона 2010 года, которые остались. Также в Новой Зеландии была ошибка и Петера Сольберга. На последнем спецучастке очень много вещей происходило, и Петер потерял 3-е место, может быть, очередной свой подиум. Но, тем не менее, он не жалуется. Он говорит, что как пилот частной команды он пока очень доволен тем, что происходит, и тем, как пока складывается для него сезон. В один момент Петер вышел даже на 2-ю позицию в чемпионате. Первая пока неизменно остается после 2-го этапа чемпионата за Себастьяном Лёбом. Ну, а его ближайшими преследователями были и Петер Сольберг, и Мика Хирвонен, и Яри Мати Латвала также. Что ж, взглянем подробнее на карту ралли Португалии. Столица гонки – это город Фаро на юге Португалии, в провинции Альгарве. Всего пилотам предстоит 18 спецучастков и 355 километров пути.
Ну а перед тем, как отправиться непосредственно на спецучастки, непосредственно в южную часть Португалии, пилоты отправились сначала на север Португалии, где устроили дорожное шоу в Порту. Несколько лет назад проходила гонка в Португалии именно в этом городе, и именно по дорожкам рядом со столицей Вина. И здесь очень много поклонников мирового ралли. Мы все практически поклонники чемпионата мира видели архивные кадры с гонок в Порту. Действительно много народу всегда было здесь на этой гонке. И даже вот на этом дорожном шоу несколько десятков тысяч человек собралось, чтобы понаблюдать за тем, как пилоты чемпионата мира пилотируют свои автомобили. Но, естественно, речь шла только о неких показательных заездах. Ну, еще одна особенность гонки в Португалии в 2010 году – это то, что впервые, наверное, с начала сезона собрались здесь все пилоты, которые на регулярной основе выступают в чемпионате мира. И Кими Райконен также после того, как пропустил гонку в Новой Зеландии, вновь вернулся за руль своего C4. И Кен Блок приехал вновь на этап чемпионата, и в том числе и Халид Аль-Касими, который перед началом состязаний прокатил по трассе одного из известных в прошлом футболистов сборной Португалии Паулу Соузу. Очень много адреналина. Паулу Соузу остался очень доволен тем, как пилотировал Халид Аль-Касими и как вел себя на спецучастке Ford Focus WRC. Ну и традиционно суперспешилы на ралли Португалии проходят на стадионе в Альгарве, на стадионе, который принимал у себя некоторые матчи чемпионата Европы по футболу 2004 года, и в частности здесь играла и сборная России. Ну и началось основное действие уже в четверг вечером. На трассу вышли все пилоты чемпионата мира, ну и очень много внимания было приковано, в том числе и к Кими Райконену, и к Кену Блоку. Они выехали в одном заезде, в паре преодолели этот суперспешл и показали абсолютно одинаковое время, вплоть до 10-й доли секунды. Здесь, правда, отстали от победителя этого спецучастка Мика Хирванина. Мика вновь, как и в прошлом году, выступал здесь с португальским флагом на крыше своего Форда Фокус и в итоге выиграл первый доп. Ну что ж, а теперь посмотрим порядок старта, в котором пилоты отправятся на первый спецучасток уже в четверг. В пятницу, Себастьян Лё будет стартовать первым, Яри Матилатвала вторым на правах человека, занимающего второе место в чемпионате мира. Далее Мика Хирванин, Себастьян Ожье четвертый и будет стартовать, соответственно, четвертым. Пятый Петер Сольберг, шестой Дани Сорда, затем Мэтью Уилсон, далее Хеннинг Сольберг, его партнер по команде Стобарт Форд. После них стартует также Фредерик Виллагра. Фредерик Виллагра также приехал в Португалию. И далее Кими Райконен и Кен Блок, две новые звезды чемпионата мира по ралли. Правда, пока дела у них в чемпионате складываются не лучшим образом. Кен Блок вновь вернулся в мировое первенство и будет вновь участвовать в гонке. Ну и очень нравится ему Португалия. Он сказал, что приятно здесь находиться перед стартом гонки. Все последние приготовления уже сделаны, и вскоре пилоты отправятся в бой. Ну и самое время посмотреть на карту первого дня гонки. Всего 130 километров по спецучасткам предстоит преодолеть пилотам. И Санта-Клара, один из самых длинных спецучастков этой гонки, 22 километра. На нем пройдут второй и пятый спецучастки. Всего в первый день 3 спецучастка. И каждый из них пилотам предстоит преодолеть 2 раза. Так, один утренний отрезок, 64 километра, и первым на трассу на правах лидера чемпионата отправляется Себастьян Лёб. Великолепная гонка была в его исполнении в Новой Зеландии. После этой ошибки, когда в самом начале гонки он не вписался в один из поворотов и своей пилотской дверью врезался в ограждение моста, потерял на этом СЭП 1,5 минуты, но затем никто не ожидал, что СЭП будет столь быстро во второй день. Сократил он все отставание. В воскресенье даже вышел было на первое место, но потом две еще ошибки лишили его все-таки победы. Стал он на финише этой гонки третьим, но тем не менее произвел
очень сильное впечатление и на всех своих болельщиков, и на болельщиков команды Форд в том числе, и даже на ее босса Мальфелем Уилсона, который сказал, что преимущество Себа пилота в скорости над остальными гонщиками чемпионата мира эквивалентно 80 лошадиным силам. Так что, в принципе, когда у Себа возникают какие-то проблемы, может включить эти дополнительные 80 лошадиных сил, и все будет в порядке. Не было в порядке все в Новой Зеландии, но, тем не менее, впечатление, еще раз стоит сказать, Себ произвел невероятное. Даже отставая на 1,5 минуты, он в итоге выбрался в лидеры той гонки. Для пилотов команды Ford пока чемпионат складывается не так, как им бы хотелось. Если о Яре Матилатвиле можно говорить, что какого-то прогресса по отношению к прошлому сезону Финн добился. Причем добился, если честно, довольно-таки серьезного прогресса. Гораздо меньше ошибок в этом году допускает он. Но того же не скажешь про напарника его по команде Мика Хирванина. У Мика в этом году довольно-таки сложная ситуация. Рассчитывал он, естественно, бороться за чемпионский титул после того, как всего на одно очко отстал от Себа Леба в прошлом году в личном зачете чемпионата. Но, тем не менее, после нескольких ошибок, после обидной гонки в Иордании, где не смог в личном зачете он набрать большие очки, сейчас Мика проигрывает даже своему напарнику после победы Латвеллы в Новой Зеландии. В общем, еще большой вопрос, кто из них номер один перед началом сезона. Мальфелем Уилсон сказал, что номером один теперь бесспорно будет Мика Хирванин, но, тем не менее, перед началом ралли в Португалии из этой пары пилотов лидировал именно Латвала. Ну, а теперь посмотрим на то, как сложно именно приходится на гравии стартовать пилотом. И мы видим, как Себастьян Лёб после первых спецучастков сильно откатился назад. Естественно, после того, как он чистил трассу для своих соперников. И можем проследить за результатами. Например, Санта-Клара первый в пятницу выиграл Дани Сорда, и Сэп отстал от него на 5,7 секунды. Затем также и проиграл он на третьем спецучастке, на втором, соответственно, в пятницу еще 10 секунд. И в итоге после четырех допов Лёб отставал на целых 23 секунды. Также были неприятности и у Петера Сольберга. У него была более выгодная по отношению к Себу стартовая позиция, но, тем не менее, он также допустил небольшую одну ошибочку, потерял на ней около 5 секунд и в какой-то момент откатился на 4-е место. Ну а за лидерство с утра в пятницу боролись Дани Сорда и Себастьян Ожье, две восходящие звезды компании Citroën. Дани выступает уже довольно-таки давно, более 4 лет за заводскую команду Citroën, но пока не одержал побед. Он лидировал на первых спецчастках, но потом отыгрался Себастьян Ожье. Доволен, естественно, был Дани после первых спецучастков. Он говорил о том, что все пока складывается хорошо, но единственная проблема — это дополнительные покрышки, наверное, понадобятся, а он взял всего лишь одну. А к резине относится трасса в Португалии довольно-таки жестко. Итак, смотрим, после 4-го спецучастка Себастьян Ожье лидировал всего в 2 секундах позади него Дани Сорда, далее Мика Хирванин в 19 секундах, Петер Сольберг 4-й, и Лёб проигрывал лидеру 23 секунды. Вот что значит чистить позицию на гравийных гонках, чистить трассу для других пилотов. Ну, также посетил ралли Португалии и Жан Тодт, президент Международной автомобильной федерации. Встретился он здесь и с французскими преимущественными пилотами. Конечно, сходил к Себастьяну Ожье и к Себастьяну Лёбу. Участвовал в различных мероприятиях федерации по повышению безопасности на дорогах общего пользования. И сейчас самое время поговорить о покрышках. Дани Сорда говорит, что очень сложно здесь для шин, приходится очень много камней на дорогах, и тяжело мне в том числе, потому что я всего решил одну с собой дополнительную шину взять. Себастьян Ожье очень доволен стартом первых допов. Он говорит, что лучшего пути, чтобы стартовать на этапе чемпионата мира и придумать сложно, я был очень быстр, и пока все складывается великолепно. Я стараюсь не думать о чем-то постороннем, просто пилотировать быстро. Ну, естественно, посторонних мыслей у Себастьяна Ожье, наверное,
В голове крутится много после того, как он упустил за три поворота до финиша гонки победу в Новой Зеландии. Петер Сольберг также доволен своей четвертой позицией. Он говорит, я именно там, где я хотел бы быть в конце дня. Может быть, я попытаюсь пропустить еще и Лёба, чтобы затем стартовать пятым и по более чистой трассе. Ну и чуть дальше в программе мы поговорим о том, насколько важна легенда и записи у штурмана в чемпионате мира по ралли. Ну и так, возвращаемся обратно на спецучастки в Португалии. После первого отрезка лидирует Себастьян Ажье, и для молодого француза пока все складывается великолепно. Также выступают у нас и Кими Райконен, и Кен Блок в этой гонке. И этим пилотам приходится не просто в первый свой сезон в чемпионате мира, потому что, в частности, Кими надо еще и тратить время на то, чтобы научиться работе со штурманом. И мы видим, что в Португалии были у Финны проблемы. Был он близок к тому, чтобы вылететь в очередной раз с трассы. Последние гонки для Кими сложились неплохо, но, тем не менее, пока нельзя сказать, что он абсолютно безупречен. Все еще допускает Финн небольшие ошибки. Допускает ошибки и Кен Блок, несмотря на то, что у него больше ролейного опыта. Он выступал уже в американском чемпионате. Ну и в итоге для него гонка закончилась еще в первый день. Просто были неверные записи, говорит Кен Блок. В этом и есть ошибка. Мне, наверное, чуть дольше над ними стоит работать. И пока не достает действительно опыта. Моя легенда была не идеальной, и это привело к тому, что я вылетел с трассы. Вот такой была расплата. Ну и не только у Кими и Кена Блока есть проблемы. А также много молодых пилотов допускают ошибки в Португалии, трасса действительно сложная. Ну и поговорим теперь с пилотами и штурманами, что они говорят про то, насколько важна легенда в раллийном спорте. Когда поворот идет за поворотом, надо действительно слушать очень внимательно. Это сложно, но без этого невозможно. В некоторых ралли, говорит Мика Хирванян, ты действительно можешь проехать без легенды, но ты будешь гораздо медленнее, чем те парни, которые работают с легендой внимательно. Себастьян Лёб говорит, что никогда ты не можешь войти в поворот на шестой передаче, если не знаешь, что за ним, так что тебе обязательно нужно слушать штурмана. И Фил Милс добавляет, штурман Петра Сольберга, что как только ты расслабился и понял, что ты, может быть, знаешь эту трассу, знаешь, что будет в этом повороте, в следующем, то считай, что ты потерял эту гонку, потому что, несмотря ни на какой опыт, несмотря на то, что ты ездил уже на этих трассах, это приведет к ошибке в любом случае, потому что запомнить детально повороты практически невозможно, и в ралли действительно от штурмана зависит очень много, и в Португалии мы не один раз убеждались в том, что работа штурмана – это очень важная часть успеха экипажа. Мика Антила говорит о том, как они работают с Яри Матилатвелой, говорит, что я пытаюсь повысить голос в некоторых местах, которые считаю наиболее опасными. Кай Линдстрем говорит, что действительно нельзя читать монотонно легенду. Надо говорить, это такой поворот, это такой, но вот этот, в этом надо быть осторожнее. Фил Милс говорит, что если он слышит слово «опасность», то он, конечно же, понижает передачу и старается тормозить заранее перед поворотом и так более внимателен. И Мика Хирванян также говорит о том, что иногда во время гонки он использует слово «опасность», чтобы пометить некоторые повороты. И в следующий раз, когда пилоты приезжают сюда, в то же место, им уже легче ориентироваться, когда штурман им говорит, что это место они должны вспомнить. Ну и Ярма Лехтин говорит о том, что у меня самая легкая часть работы в экипаже, ему приходится и слушать штурмана, и смотреть на трассу, и понимать, что действительно происходит. Ну и сейчас попробуем мы действительно оказаться в роли пилота и посмотреть, как все происходит. To 5 left, 6 right of a crest, Trident's neat, to 5 left, Avlar,
six right of a crest, Titans meet five left half long, six right of a crest, opens half long, Titans Dunker, two minus Titans, opens half long, and two left, Titans one cross. Ну что ж, возвращаемся на спецучастке. Как уже было сказано, Себастьян Ажги лидирует, но всего 1,8 секунды его преимущества над Дани Сорда перед началом дневной сессии, перед началом послесервисной сессии у пилотов на ралли Португалии. Мика Хирванин вряд ли, конечно, может быть доволен тем, как началась для него гонка, пока он уступает довольно-таки много и Себастьяну Ажье, и Дани Сорде, но, тем не менее, 19 секунд – это отыгрываемо, и Финну надо собраться, если он хочет вернуться не только в борьбу за победу в этой гонке, но и в борьбу за чемпионский титул. Также мы видим, были небольшие проблемы у Мэтью Уилсона. Чего не скажешь про Себастьяна Ажье. Сэп продолжил пилотировать великолепно. Он выиграл затем и пятый спецучасток на втором прохождении. Себастьян Лео продолжал отставать из-за того, что расчищал трассу вновь, хоть и на втором прохождении она была чуть чище. Продолжал также в группе лидеров находиться и Дани Сорда, но на самом последнем допе в пятницу допустил вот такую ошибку. Вылетел с трассы. Вот у нас есть с любительской камеры запись этого инцидента. Потерял на этом Дани около 15 секунд. Не сразу удалось ему вернуться на трассу. Но, тем не менее, хорошо еще, что остался в гонке испанец. Ну и послушаем его. Что случилось, Дани? Он говорит, я не знаю, что именно произошло, но я пытался затормозить, но машина продолжала ехать, двигатель работал, и мы в итоге вылетели. Все не так плохо, я счастлив, что я добрался до суда, но тем не менее время какое-то было потеряно. Ну и в итоге Дани отстал от Себастьяна Ажье после 7 спецучастков на 26,6 секунды. Это довольно-таки много. Себ же, в отличие от испанца, не ошибался и до конца дистанции в первый день доехал без происшествий и таким образом сохранил лидерство в этой гонке. У Петра Сольберга были небольшие проблемы. Проколол он колесо за несколько километров до финиша допа. Но, тем не менее, норвежец, собственно, может об этом даже и не жалеть, потому что ему и так пришлось бы замедлиться. Хотел он пропустить вперед Себастьяна Лёба и Мика Хирванина перед стартом второго дня. И этот прокол, в общем-то, никак не повлиял на его результаты. Как он хотел замедлиться, так и замедлился. И, соответственно, пропустив вперед и Хирванина, и Лёба, стал пятым. Таким образом, норвежцу действительно повезло, что случилось это именно на последнем допе за несколько километров до финиша всего, так что он смог сделать то, что хотел, и при этом не потерял очень много времени. Итак, мы видим, как развивались события для тех, кто стартовал впереди. Для Себастьяна Лёба и Яри Матилатвалы гонка складывалась неплохо, и до шестого спецучастка они потеряли довольно много позиций. Затем выпустил Петр Сольберг Лёба вперед, таким образом он стал третьим, Мика Хирванин был четвертым. Ну а лидировали в гонке Себастьян Ажье и Дани Сорда. Два молодых гонщика команды Citroën. Вряд ли доволен был Дани Сорда после вот этого дня, потому что ошибка, которая случилась на заключительном допе, не позволила ему быть ближе к Себастьяну Ажье по итогам первого дня, но, тем не менее, весьма недалеко расположились и преследователи, и на следующий день у него будет сложная задача, он будет чистить трассу для соперников, а преимущество будет не такое большое, и, соответственно, сам он действительно расстроен и говорит, что ж, посмотрим, что будет завтра. Сложно быть вторым на трассе и при этом иметь столь небольшой отрыв. У Себастьяна Ажье отрыв чуть больше, 44 секунды проигрывает ему Себастьян Лёб после первого дня. Мы старались сделать неплохой отрыв, говорит Себастьян Ажье, и все удалось. Так что он доволен итогами первого дня гонки.
Ну а позже в программе мы поговорим о том, как в этом сезоне выступают пилоты команды Ford, как поменялись их дела за сезон после прошлогодней гонки в Португалии. В частности, поговорим с Яри Мати Латвалой о том, как он себя чувствует в новой роли. Ну что ж, чем еще знаменита Португалия, южная провинция Альгарве, знаменита своими пляжами, своими рыбными блюдами. Естественно, своей гонкой. Гонка в Португалии одна из самых интересных в календаре чемпионата мира. Ну и своими полями для гольфа. Ну что ж, теперь поговорим о пилотах команды Ford. Вот что было с Яри Мати Латвалой в прошлом году здесь, неподалеку от Фаро. Почти два десятка переворотов через крышу. Затем еще одна кошмарная ошибка в Польше, когда на самом последнем спецучастке разбил свой Ford Focus Яри Мати Латвалой. И тогда он сказал эти памятные слова, что поймет команду, если она больше не захочет видеть его в команде. Мальхим Уилсон говорит о том, что нам в прошлом году надо было найти путь, как бы снять давление с Яри, и чтобы он чувствовал, сделать так, чтобы он чувствовал себя более раскованно. И таким образом перед началом этого сезона мы сказали: да, Яри, теперь ты номер два, теперь мы будем работать больше на Мика, и тебе предстоит работать на команду. Яри Мати говорит, что я знаю, что происходило в прошлом году, и я извлек уроки из того, что я сделал. В прошлом году я не понимал достаточно, что происходит в общем, но сейчас передо мной более полная картина, я думаю глобальнее, и таким образом я могу сказать, что сейчас ментально я стал сильнее. Ну и в Новой Зеландии это подтвердилось. Яри Мати, не выиграв ни одного допа, выиграл гонку, и он говорит, что действительно ключевым фактором тогда стала стабильность. Обратные процессы происходят с Мика Хирванином. В прошлом году он был сама стабильность, финишировал чаще всего на втором месте позади Себастьяна Лёба, но в этом году допускает гораздо больше ошибок. Ну и Мика говорит, может быть, причина того, что в прошлом году я как раз и не пытался выиграть в каждой гонке, я просто садился за руль автомобиля и пытался проехать как можно быстрее, пытался наслаждаться тем, как я пилотирую. Сейчас каждую гонку я начинаю с мыслями о победе, и может быть, это просто не тот путь, который мне нужен, может быть, это не то отношение, которое мне подходит к гонкам, и может быть, мне стоит пересмотреть его в этом сезоне. И Тима Йонки, менеджер и Мика Хирванина, и Яри Мати Латвалы говорит о том, что в этом году действительно есть небольшие ошибки, и им надо, пожалуй, чуть больше расслабиться и не думать так сильно о результате. Тогда, может быть, все будет намного легче. Итак, карта второго дня. Спецучасток Альмадовар самый длинный, 26 километров. Всего у пилота предстоит преодолеть 135 километров пути. Это вновь три спецучастка, каждый из которых предстоит преодолеть по два раза. И, соответственно, первая часть дистанции, утренняя сессия, 67 километров, 67,5 километров. И открывает допы второго дня Себастьян Ажье на правах лидера этой гонки. Небольшая заминка у Себа перед стартом восьмого спецучастка, но, тем не менее, отправился он в бой без проблем. И задача у Себа непростая, несмотря на то, что он едет по трассе первым, ему надо удержать, попробовать позади соперников. Это не так легко сделать, потому что за его спиной стартует Себастьян Лёб. Ну, не будем также и забывать про Дани Сорды, но Себ, перед которым будет более чистая трасса, здесь может очень быстро сократить отставание. Мы видели в Новой Зеландии, насколько может быть быстро сам Себ, когда перед ним чистая трасса. И, соответственно, все были основания полагать, что Себ сможет отыграть те 40 секунд отставания, которые у него были перед стартом второго дня. Дани Сорда не очень доволен своим стартом во второй день. Он говорит, что не слышал на самом деле
то, что говорил штурман, не понимал то, что говорит Марк Марти, и из-за этого, соответственно, потерял очень много времени. Ну и видно, это было по результатам. На 8-м участке Дани потерял сразу 11 секунд по отношению к Себастьяну Лёбу, который в итоге выиграл этот доп. И сейчас посмотрим с помощью системы виртуального зрителя, как развивались события. Вот на этой контрольной отметке 14 километров Лёб выигрывает доп. Лучший он по времени. Мика Хирванин на 2 секунды отстает, а Себастьян Ажген на 8,5 сразу. У Себа действительно непростая задача, если подумать, что Лёб на каждом спецучастке будет отыгрывать по 8,5 секунд, то это довольно сложно будет. На 9-м спецучастке еще больше 11 секунд отыграл Сэп у своего более молодого коллеги по командам Citroën. Ну и Сэп говорит о том, что да, я стараюсь очень сильно, я выжимаю из машины все то, что я могу. И действительно, пока получается, но Ажье в то же время очень и очень быстр. Что ж, посмотрим за остальными пилотами. Яри Мати Латвала начинает второй день весьма с далекой позиции, с 6-го места. Ну и ошибка со стороны Фина, очередная ошибка, несмотря на то, что в этом году прибавил он в стабильности, но ошибки по-прежнему происходят. Смотрим с задней камеры на Ford Focus Фина, задел он одно дерево и затем врезался задней частью машины во второе. Это очередная ошибка с легендой. Я просто был чуть быстрее, чем нужно в этом повороте, и в этом и есть вся причина. Я попытался затормозить, но было уже довольно поздно. Машина пошла боком, мы задели колесо, соответственно, колесом дерево, и через 50 метров машина уже врезалась в другое дерево задней частью. Соответственно, спросили у Яри Мати, насколько обиден этот сход. Он говорит, действительно, да, если вы посмотрите на трассу, то здесь всего два дерева, и, конечно же, в одной из них машина врезалась. Ну и теперь посмотрим за напарником Яри Мати Латвала и Мика Хирванина. Действительно, очень техничные секции здесь на ралли Португалии, очень узкие места, и на некоторых участках трассы до 40 км в час доходит скорость, иногда даже ниже. Ну и мы видели, какие здесь опасные бывают моменты. Теперь продолжаем следить за Себастьяном Лёбом. Всего 2,4 секунды на спецучастке 10-м, и на утренней секции в итоге отыграл Лёб у своего более молодого напарника в команде Citroën 22 секунды. Не так много, половина всего отрыва на утренней секции, и Себу остается надеяться, что ему удастся сделать чуть больше на втором прохождении. Видим также, как пилотирует здесь Мэтью Уилсон. Не могут пока фуворды во второй день навязать борьбу пилотом команды Citroën. Отстает все дальше и дальше Мика Хирванин. И мы видим, теряет он третье место. И теряет он и четвертое место затем по отношению к Петру Сольбергу. 44 секунды отставания. Ну а впереди все те же лица. Себастьян Ажье, Себастьян Лёб вышел на второе место. И Дани Сорда пока третий. Дани не мог во второй день найти нужный темп. И, соответственно, пропустил вперед шестикратного чемпиона мира и своего напарника по заводской команде Citroën. Ну что ж, теперь отправляемся в зону сервиса, где созданы неплохие условия для болельщиков. Здесь можно и выпить пиво, и получить автографы любимых пилотов, и в том числе попробовать себя за рулем гоночного симулятора. Вновь доволен Себастьян Ажье. Отличное утро. Нам удалось показывать неплохие времена. Но, тем не менее, отрыв по отношению к Себу становится менее и менее большим. Так что мы постараемся чуть-чуть прибавить на втором прохождении и посмотрим, что из этого получится. Себ говорит, мы пилотируем на пределе возможностей, но, тем не менее, пока
не можем сократить сильно отставание. И вопрос для Себа. Ажье очень хорошо пилотирует. Это довольно-таки удивительно. И Себ говорит, да, действительно, мы вчера отыграли у него 23 секунды с утра. Сегодня я вновь с утра взял 23 секунды. По отношению к нему прошлым утром был быстрее он. Соответственно, все пока для него складывается неплохо. Мика Хирванин говорит, что я никак не могу найти ритм нужный, мы теряем время, никак не могу адаптировать свой стиль пилотирования. Машина, на самом деле, настроена отлично, просто я не могу выжить нужное время. Ну что ж, дневная секция такая же, вновь три спецучастка, 67,5 километров, и начинает ее вновь Себастьян Ажье. Великолепно выступил молодой француз в Новой Зеландии. Мало кто ожидал, что сможет он добиться такого успеха. Еще чуть-чуть и выиграл бы он свою дебютную гонку. Тем не менее, есть шансы у него сейчас все-таки одержать победу на этапе чемпионата мира. Весьма неплохо он начал второй день. Всего 22 секунды потерял по отношению к Себастьяну Лёбу. И вторая секция уже проходит по более чистой трассе. Соответственно, ему уже легче будет выступать по отношению к Себу. Мы уже видим накатанную траекторию. И смотрим, как развиваются дела в этой борьбе. И на первом спецучастке дневной секции проиграл даже Себ 6 секунд. Себ старший проиграл Себу младшему, соответственно. И разрыв вновь увеличился. Увеличился он до 28 секунд и даже на второе место совсем ненадолго, но вышел Дани Сорда. Ну и Кен Блок, который наблюдал уже со стороны за действиями пилотов, сказал, что да, действительно, Себ атакует очень сильно и, может быть, ему все-таки удастся сократить отрыв от Ажье. Далее 12-й спецучасток, 5,8 секунды возвращает себе Себастьян Лёб. Ну а Дани Сорда полностью уничтожил свои покрышки к концу второго дня гонки и потерял очень и очень много времени на последних спецучастках. И отстал действительно сильно. Да, вы можете видеть, говорит Даня, насколько сильно разрушены покрышки. Машина очень плохо управлялась. Действительно, так невозможно пилотировать. Ну и благодаря вот этим проблемам Петер Сольберг смог выйти на третье место, соответственно. Ну и тем не менее, и Дани Сорда, и Петер Сольберг уже очень много проигрывали лидерам этой гонки. Было понятно, что за победу поспорят уже только два Себастьяна. Себастьян Ажье и Себастьян Лёб. Ну а теперь посмотрим за Кими Райконеном. У Кими была ошибка одна во второй день. Вновь небольшая помарка. Вылетел с трассы Кими, но тем не менее удалось ему на нее вернуться. Посмотрим видео с любительской камеры. Тем не менее, продолжил Финн гонку, и очень важно для него сейчас набираться опыта. Ну а Себастьян Ажье доехал до финиша также второго дня без проблем, и Себастьян Лёб на заключительном допе, на 13-м допе, на заключительном допе второго дня выиграл всего 2 секунды, и, соответственно, за все второе прохождение всего 1,8 секунды выигрыша относительно времени Ажье у Лёба, и стоит задуматься Себу старшему над тем, что же из себя представляет его молодой соперник. Даже стартуя впереди Себа по трассе, этот молодой пилот смог удержать отрыв таким, какой он был. 21 секунда отставания Лёба после второго дня. Петер Сольберг уже проигрывал 52 секунды. Ну и далее Дани Сорда, Мика Хирванин и Хеннинг Сольберг намного дальше позади. Ну и вот вечерняя пресс-конференция после второго дня, на которой присутствовали
на которой присутствовали руководители команд. Оливье Кинель говорит, что моя цель это выиграть и чемпионат пилотов, и чемпионат производителей, так что завтра будет важнее всего остаться на дороге. И Сабу-младшему, и Сабу-старшему будет запрещено вылетать с трассы. Они могут бороться, но не за гранью фола. Они не должны вылетать. Если кто-нибудь из них вылетит, я буду очень недоволен. А когда я недоволен, всем приходится плохо. Себастьян Ожье поддерживает своего босса, говорит, это хорошая стратегия остаться на трассе, но будет сложно удержать лидерство, потому что иметь 20 секунд преимущества, но стартовать впереди такого человека, как Себастьян Лёб, это весьма непростая задача, если мы говорим о том, чтобы постараться удержать это лидерство. Что ж, нам осталась самая интересная борьба между двумя Себастьянами за победу в ралли Португалии на 6-м этапе чемпионата мира сезона 2010 года. Ну что ж, третий день ралли Португалии должен был ответить на вопрос, кто же станет победителем этой гонки, Себастьян Лёб или Себастьян Ожье. 21 секунда преимущества Ожье перед началом этого дня, и Жульен Инграсси, штурман Себастьяна Ожье, говорит, что это будет очень интересный день. Сам Сэп разминается перед началом этого дня. Очень близка его первая победа, но в то же время очень далека. Смотрим на маршрут заключительного дня гонки. Это два спецучастка, каждый из которых будет повторен дважды. Ну и плюс суперспешл в заключении на стадионе Фаро. Что ж, в субботу Сэп отыграл 20 секунд у своего коллеги Себа-младшего. Сейчас у него та же задача, но меньше километров дистанции. И очень ответственная задача у Себастьяна Ожье. Главный вопрос, справится ли он с нервами. Потому что в Новой Зеландии нервы у молодого пилота не выдержали, и он свою первую победу тогда упустил. Но кто бы мог подумать, что уже на следующем этапе у Себа будет еще один шанс одержать победу, выиграть гонку. Но, впрочем, задача эта не из легких, даже если ты стартуешь в 20 секундах с 20-секундным преимуществом над ближайшим преследователем. И особенно это сложная задача, если этот преследователь Себастьян Лёб. Ну что ж, смотрим за тем, как пилотируют гонщики. Ожье приближается к финишу этого допа, и мы видим с помощью системы виртуального зрителя, насколько впереди Себастьян Лёб уже на первом спецучастке. Это сплит 17,9 километра, и Ожье пересекает черту, уже отстав на 5,9 секунды. К финишу допа еще чуть больше стал отрыв. Мы видим, как Лёб финиширует. И 14-й доп выигрывает именно он, шестикратный чемпион мира. Быстрее на 6,2 секунды своего молодого партнера по Citroën. И таким образом разрыв сокращается до 14 секунд уже после первого допа. Что ж, весьма напряженная борьба будет на четырех заключительных, включая, естественно, суперспешл. Ну а третье место практически уже зарезервировано за Citroën. Борьбу за последнюю ступень на подиуме ведут между собой Дани Сорда и Петер Сольберг. Чуть отстает от них Мика Хирвинен. Впрочем, есть у Финна шанс все-таки зацепиться за третью строчку в протоколе. Но основная борьба все-таки идет между Петером Сольбергом и Дани Сорда. Но Петер теряет позицию на подиуме после того, как возникают у него проблемы с рулевым управлением на утренней секции. После 15-го допа откатывается норвежец назад. Теряет он позицию, соответственно, по отношению к Дани Сорда. И мы видим проблемы, которые были у пилотов с утра в воскресенье. Мика Хирвонен сейчас был на ваших экранах. Уклонялся он от солнца, пытался закрыть его рукой. Пробует Финн отыграться по отношению к Дани Сорде и Петру Сольбергу. Что ж, посмотрим, говорит он, как сложатся дальнейшие спецучастки. Ну а борьба основная за победу
кипит между Себастьяном Ожье и Себастьяном Лёбом. Смотрим мы за финишем очередного спецучастка у Лёба, и здесь его преимущество уже не так велико, но тем не менее Сэп отыгрывает очередные 4 секунды, даже ближе к 5 секундам, 4,8 на финише Долба под номером 15, и отставание Сэба всего 10 секунд перед двумя заключительными серьезными допами и одним суперспешалом. Будет сложно, говорит Себастьян Лёб, он очень быстро везде. Он очень быстро. 10,1 секунда. Секунды половина пути в заключительный день. Что ж, посмотрим, что случится днем. Итак, 15 спецучастков позади. 10,1 секунды отставания Себастьяна Лёба на третьей строчке. Дани Сорде. Далее Петер Сольберг и Мика Хирванин. Всего 7 секунд между пилотами, которые борются за третье место. Ну и у Петра Сольберга в команде Петра кипит работа над автомобилем на дневной секции. Меняют рулевое управление механики. Ну а Дани Сорде раздает автографы. Ему предстоит серьезная борьба за третью позицию. Ну а все внимание приковано к Себастьяну Ожье. Улыбается Сэп, говорит, что пока все складывается великолепно. Посмотрим, что будет днем. Если нам удастся удержать его позади, то это будет великолепный результат. Что ж, три последних топа, два серьезных, больших, более чем 20 километров, и один суперспешл на стадионе Фаро. Но именно на этих двух гравийных допах решится судьба гонки. В этом мало кто сомневается. И Себастьян Ожье вновь первым отправляется на дистанцию. Трасса уже чуть менее грязная, чуть менее пыльная по отношению к утренним секциям. И здесь Ожье будет чуть проще. Но никогда не бывает просто, когда ты борешься с Себастьяном Лёбом, с тем человеком, который выиграл 6 чемпионатов и преследует тебя, отыгрывая отставание на каждом спецучастке. Вновь быстрее Себастьян Лёб на очередном допе, но посмотрите, это всего 0,6 секунды, и за один, по сути, спецучасток до финиша разрыв между двумя пилотами на С4 — это 9,5 секунды. У Ожье есть все шансы на то, чтобы одержать свою первую в карьере победу. Петер Сольберг также имеет шанс зацепиться за третью строчку. Борется с Дани Сорде, но тем не менее чуть дальше все-таки отстает от заводского пилота команды Citroën. Мика Хирванин выиграл у этих двух пилотов спецучасток под номером 16, но тем не менее по-прежнему оставался до старта двух последних допов на пятой позиции позади и Дани Сорде, и Петра Сольберга. Но вернемся к борьбе за лидерство. В ней у Себастьяна Ожье было, напомним, преимущество почти в 10 секунд перед стартом заключительного гравийного допа этой гонки. Если не говорить про суперспешл, финиширует Сэп на очередном спецчастке. Спецчасток Лули. 17-й доп, который, по сути, является последним в этой гонке. Далее последует асфальтовый суперспешл на стадионе Фаро. Видимо, Ожье уже финишировал и приближается к финишной отметке Лёб. Посмотрим, сколько сможет отыграть, если сможет вообще, шестикратный чемпион мира у своего соперника. Всего 1,8 секунды. И Сэп младший остается впереди и опережает на 7,7 секунды лидера команды Citroën. Это сложно, говорит Лёб. У меня, похоже, появился новый соперник. Он очень и очень быстр. Ну и последний спецучасток на стадионе в Альгарве. И здесь весьма неожиданная вещь произошла. Петер Сольберг допустил вот такую ошибку. Потерял очень много времени. Упустил, соответственно, шанс побороться за третье место. И, соответственно, потерял даже четвертую позицию. На нее вышел Мика Хирванин. Обидно для норвежца. Повторение того, что произошло в Швеции. Если там Петер ошибся на самом первом допе чемпионата и той гонке, потерял он тогда шансы побороться за подиум, то теперь ошибка на суперспешле стоила ему четвертого места.
Но очень важный суперспешл это было также для Себастьяна Ожье. 7 секунд преимущества, достаточно комфортно мог он себя чувствовать, но ничего не сделано, пока ты не финишировал. Чтобы финишировать первым, надо сначала финишировать. Знаменитая фраза Рона Денниса. И все сделал верно Себастьян Ожье. Последние метры доезжает он по спецучастку на стадионе Фаро и одерживает свою первую победу в чемпионате мира. Всего 18 гонок в его карьере было в чемпионате мира по ралли за рулем автомобиля топ-класса, за рулем автомобиля WRC. И вот она, первая победа не в Новой Зеландии, так в Португалии. И Сепп-младший действительно великолепен, это восходящая звезда. Великолепный уикенд, превосходный. В буквальной степени на протяжении всей гонки мы боролись с Себастьяном, мы были очень быстры, и одержать свою первую победу в борьбе с таким великим пилотом, это действительно великолепный результат. И Сепп сам пришел первым поздравить своего соотечественника, своего молодого протеже с первой победой. Мы видим классификацию по результатам ралли Португалии. Ожье одерживает свою первую победу. Далее Себастьян Лёб, Дани Сорда замыкает тройку призеров. Мика Хирванин, лучший из команды Форд, только четвертый. Далее Петер Сольберг, Мэтью Уилсон и далее Матс Осберг, Фридрика Вилагра, Халид Аль-Касими и Ким Рэйконен замкнули очковую зону. И Бенуай Нагье также очень счастлив. Невероятный результат, невероятная форма Себастьяна. На протяжении всего уикенда он был первым в первый день, в первом во второй день. И прекрасный финиш. Все знают, как тяжело быть первым на трассе, особенно если позади мистер Лёб. Но, тем не менее, Ожье блестяще справился со своей задачей. И теперь он второй в чемпионате мира. 88 очков на его счету. Ну и если вспомнить историю в Иордании, мы можем видеть, что сейчас отрыв был бы не такой большой между двумя Себами, если бы тогда в Иордании не попросила команда Себа получить гигантские штрафы, которые отбросил в итоге в генеральной классификации далеко назад Себастьяна Ожье. Что ж, два пилота Citroën на ведущих позициях, а мы отправляемся вместе с этим фактом на большой перерыв в чемпионате мира. Следующая гонка состоится только 9-11 июля в Болгарии. И, естественно, телеканал «Автоплюс» вновь покажет и превью к этой гонке, и затем отчет с нее. Ну, а мы еще раз поздравляем Себастьяна Ожье с дебютной победой в чемпионате мира. В студии сегодня для вас работал Олег Карпов. Увидимся совсем скоро. У нас будет также еще и материал, посвященный середине сезона, тем гонкам, которые уже прошли в чемпионате мира. Тогда и услышимся. Ну, а затем следите обязательно за анонсами, следите за трансляциями с мирового ралли на телеканале «Автоплюс». Ну, а на сегодня все. Всего доброго вам. До свидания и удачи.